Каково будет оптимальное значение параметра P? Нам нужно максимизировать вот это выражение. Максимум – это экстремум функции. А в экстремуме функции выполняется следующее условие. Производная функции по параметру должна быть равна нулю. Производная функции в нашем случае будет следующей. N маленькое делить на N большое. 1 делить на P. Плюс 1 минус N маленькое делить на N большое. Умножить на 1 делить на 1 минус P. На минус 1. Это должно равняться 0. Если решить вот это уравнение относительно параметра P, то мы получим, к нашему удивлению, следующее выражение. P равняется n маленькое делить на n большое.